Уютный дом построили сиротам в селе Султан-Янгиюрт Кизилюртовского района. Удалось это благодаря неравнодушным людям и фонду «Инсан». На торжественной церемонии вручения ключей от нового жилья присутствовал и Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Этого момента семья Магомедшариповых из Султан-Янгиюрта ждала полтора года. Именно столько потребовалось, чтобы возвести этот уютный домик. Его площадь 75 квадратных метров, две комнаты и просторный зал. Теперь здесь будут жить два брата и одна сестра, круглые сироты. У нас очень тяжелые были условия. И когда уже фонд «Инсан» приехали, они вот так заметили и начали, да, альхамдулиллах, вот так помогли нам, чем могли тоже. Вот сейчас открытие дома уже. Хотел бы выразить благодарность фонду «Инсан» и те все, кто участвовали, им тоже, да, кто помогал, да, кто хоть там рублями вот закидывал, всем баракалла, да, вот, что не остались в стороне, что пришли и помогли, да. А вот так они жили до переезда в новый дом. Черный потолок от угара печи, а крыша, судя по ее состоянию, регулярно просачивалась. Мать упокоилась из-за болезни, детки остались одни. Однако и тогда они постеснялись обратиться в фонд за помощью. Это сделали за них. Очень рада, конечно, что есть такой уютный дом, куда можно зайти. Спасибо всем огромное. Алхамдулилля, очень хорошие условия. Я рада. Его стройка завершилась благодаря местным жителям, начиная с фундамента, заканчивая внутренними работами. Всего было израсходовано около 2 миллионов рублей, делятся представители фонда «Инсан». Этот прекрасный дом был построен с помощью джамата этого села, который вот оперативно подключился к этой работе. Благотворительный фонд «Инсан» был объявлен сбор, и жители села вот таким образом построили такой прекрасный дом для детей-сирот. На торжественное вручение ключей в Султан-Янгиюрт приехали представители местной власти, муфтията республики и общественники. Выступающие подчеркнули важность подобных богоугодных дел и отметили, что подобные инициативы будут поддержаны и впредь. Ну, Кизилюртовский район, он всегда был, есть и будет с муфтиятом республики Дагестан. Не только в Кизилюртовском районе, и вообще во всей республике. Я бы, как глава Кизилюртовского района, хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял участие хоть маломайским, хоть словом, хоть финансовыми возможностями, хоть делом в этом хорошем добром деле. Спасибо всем, спасибо огромное за то, что вы вот так вот заботитесь о населении Кизилюртовского района. Мы очень довольны, что сегодняшний день у нас вот такой джамат, такие братья сегодня достойные, которые поддержку делают друг другу. И не просто ждут откуда-то, а что-то помогают всем, что могут. Кто-то может деньгами помочь, кто-то финансово, ну, кто-то просто прийти и морально даже поддержать. Это же тоже большая ответственность и большая помощь получается от братьев. Это очень серьезное дело. Общими силами, в первую очередь, опять-таки мы возвращаемся к фонду «Инсан». И без них этого всего не было. По завершению торжественной части уже внутри дома гостям показали комнаты и угостили горячим чаем. Хамз Нурмагомедов, Мурат Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Султан-Янгиюрт, Кизилюртовский район.